Makita UC3041A. Компактная электропила с высокой мощностью. В комплекте с устройством идет шина с защитным чехлом, цепь и вся необходимая документация. Перед нами цепная пила от компании Makita. Весит она всего 4,5 килограмма, поэтому во время долгой работы руки сильно не устают. Устройство питается от сети 220 вольт. Длина шины бензопилы составляет 30 сантиметров. На цепи располагается 46 зубьев, что обеспечивает эффективный распил древесины. Мощность пилы 1800 ватт. Это модель бытового класса. На удобной эргономичной ручке располагается курок, над которым находится клавиша блокировки. Для запуска пилы необходимо нажать обе кнопки. Это сделано для защиты от случайного включения. Слева от курка находится полупрозрачное окошко для определения уровня масла в бачке. Наверху размещена горловина для масла, скрытая за черным колпачком. Смазка цепи происходит автоматически. Только не забывайте вовремя заливать масло. Пила имеет ряд устройств для безопасности. За левой ручкой располагается щиток тормоза цепи. Он сработает при касании рукой и сразу остановит цепь при отскоке пилы. Для защиты рук при разрыве или повреждении цепи предусмотрен уловитель цепи. Makita UC3041A пригодится для заготовки дров или обрезки ветвей в саду. Пила эффективно справляется со своей работой, а продуманная конструкция обеспечивает безопасность пользователя. We'll be right back.